Летние каникулы в самом разгаре, и многие детские, оздоровительные, тематические, трудовые, лингвистические и другие лагеря нашего округа приняли в своих стенах тысячи ребят. В Орленке на базе пансионата «Солнечный» в срок завершили ремонтные работы, и 28 июня двери распахнулись для 200 детей со всей Московской области. Началась первая смена. Накануне открытия учреждения посетила окружная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей. Работы завершены. Мы внимательно проверили еще раз полностью готовность и корпусов, и столовой, и кабинетов для занятий, медицинского кабинета, готовность площадок. Ну и хотим сказать, что лагерь готов, принимает ребят. Мы им можем пожелать хорошей лагерной смены, яркого солнца и ярких впечатлений. К летнему досугу и здоровью детей в округе относятся внимательно. Орленок, Радуга, Объединенное Королевство или лагерь настоящих героев. Любой юный житель найдет себе отдых по душе. Замечаний со стороны контролирующих органов к нашим оздоровительным загородным лагерям нет. Также уже закончили свою работу наши лагеря с дневным пребыванием, которые работали в образовательных учреждениях нашего округа. Более 1700 ребят отдохнули в этот сезон. Полина Толмачева, Фарид Хайретдинов, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».